Это дорога в Мелехово. Мелехово – один из замечательных памятников русской культуры. Здесь с 1892 по 1899 год жил, работал великий русский писатель Антон Павлович Чехов. В Мелехове Чехов написал целый ряд лучших своих произведений, вошедших в золотой фонд классической литературы. Ныне в Мелехове Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Антон Павловича Чехова. Алексей Максимович Горький о Чехове. Из статьи в газете «Нижегородский листок» по поводу нового рассказа Чехова «Во враге». Январь 1900 года. Жизнь долгая, будет еще и хорошего, будет и дурного, всего будет. Велика матушка Россия, я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Это говорит один из героев рассказа Чехова «Во враге». Это говорит Чехов, сострадательно и бодро улыбаясь читателю. Я не стану здесь излагать содержание этого его рассказа, ибо это одно из тех его произведений, в котором содержание гораздо больше, чем слов. Чехов, единственный из писателей нашего времени, в высокой степени усвоивший себе искусство писать так, чтоб словам было тесно, а мыслям просторно. Передавать содержание рассказов Чехова нельзя еще и потому, что все они, как дорогие тонкие кружева, требуют осторожного обращения с собой и не выносят прикосновения грубых рук, которые могут только смять их. В рассказах Чехова нет ничего такого, чего бы не было в действительности. Страшная сила его таланта заключается именно в том, что он ничего не выдумывает от себя, не описывает того, чего нет на свете, но что может быть и хорошо, и может быть желательно. Чехов никогда не прикрашивает людей. И вот те, кто его не любит, ну, такие, впрочем, совсем уж вымирают, не любят его именно за это, хотя объясняют свою неприязнь совсем иначе. А в сущности, они просто обижаются, когда видят свое отражение в этом удивительном, огромном зеркале сердца автора. Но им становится стыдно за себя, и они немножко злятся. Еще со времен скучной истории стали говорить о Чехове. Да, конечно, талант крупный, но... И, подражая Сэм-Бэву, старались превратить похвалу в гнездо ос. А Чехов слушал, да, наверное, не слушал, и писал. В самом начале трудной литературной карьеры Чехова один из наших критиков, наиболее бездарный, тем отличающийся от других, менее бездарных, пророчил о нем как о человеке, который сопьется и умрет под забором. Этот критик жив и по сегодня.
И я не хотел бы быть на его месте, если он помнит то, о чем пишет. Этот критик умрет, тогда о нем вспомнят, немного попишут и забудут о нем. А когда умрет Чехов, умрет один из лучших друзей России. Друг умный, беспристрастный, правдивый, друг любящий ее и сострадающий ей во всем. И Россия вся дрогнет от горя, и долго будет помнить его, долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям, освещенным грустной улыбкой его любящего сердца, по его рассказам, пропитанным удивительным знанием жизни, мудрой беспристрастностью и состраданием к людям, не жалостью, а состраданием умного и чуткого человека. Чехов не говорит нового, но то, что он говорит, получается у него потрясающе убедительно и просто. До ужаса, просто и ясно, неопровержимо верно. И при этом речь его заключена в удивительно красивую и до наивности простую форму, которая еще усиливает значение речи. Как стилист Чехов не досягает. И будущий историк русского языка скажет, что язык этот создали Пушкин, Тургенев и Чехов. Каждый новый рассказ Чехова будет у нас глубоко важную и нужную ноту. Ноту бодрости и любви к жизни. Глядя на жизнь и наше горе, Чехов сначала вздыхал и стонал вместе с нами, ныне поднявшись выше, овладев своими впечатлениями, он как огромный рефлектор вобрал в себя все лучи ее, все краски, взвесил дурное и хорошее в сердце своем и говорит: жизнь долгая, будет еще и хорошего, будет и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! Я во всей России был и все в ней видел. И ты моему слову верь, милая, будет и дурное, будет и хорошее. Я ведь и в Сибири был, и на Алтае, и на Амуре. В Сибирь переселился, землю там пахал. Соскучился потом по матушке России, назад вернулся в родную деревню. Обратно-то пешком шли. И помню, еду я на пароме, худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку. А тут какой-то проезжий господин на пароме, и слепомер, царство ему небесное, глядит на меня жалостливо, слезы текут. Эх, говорит, и хлеб твой черный, и дни твои черные. Ну, вернулся в родную деревню, как говорит, ни кола, ни двора. Баба была... В Сибири осталось, закопали. Вот так, в отроках и живу. А что ж скажу тебе, милая, было и дурное, а было и хорошее. Ведь вот помирать-то не хочется. Еще в годков 20 позже. А велика матушка Россия. И огромные в ней родятся таланты. Глубокие, правдивые сердца в ней есть. Так будем же верить, что хорошего не только было, но и будет больше. Максим Горький. Кому повен печаль мою?
Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иоанна Потапов весь бел, как привидение. Согнулся, насколько только можно согнуться живому телу. Сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, так и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать себе снег. Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищного огня, неугомонного треска, бегущих людей, тому нельзя не думать. Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, но почина все нет и нет. Но вот на город опускается вечерняя мгла. Уличная суматоха становится шумнее. Извозчик на Выборгскую, слышит он, извозчик. И он вздрагивает, и сквозь ресницы, залепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном. На Выборгскую, повторяет военный. Да ты что, спишь, что ли? На Выборгскую. В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины его лошади и с его плеч сыплются пласты снега. Военный садится в сани. Извозчик приподнимается, вытягивает по лебединому шею и, больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои полкообразные ноги и нерешительно трогается с места. «Куда прешь, леший?» На первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы. «Куда черти несут? Право держи!» «Да ты ездить не умеешь, сердится война, ну право держи!» Бронится кучер с кареты. Злобно глядит и отряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший через дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в сторону локтями, водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь. А какие все подлецы, острит военный, так и норовят столкнуться с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились. Иона оборачивается к седоку и шевелит губами. Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипения. «Что?» – спрашивает военный. Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит. «А у меня барин того, сын на этой неделе помер». «Хм? А чего же он умер?» Иона оборачивается всем туловищем к седоку и бормочет. «Ах, кто ж его знает? Должно от горячки. 3 дня полежал в больнице и помер. Божья воля». «Сворачивай, дьявол!» — раздается в потемках. «Повылазил, что ли, старый черт? Гляди глазами!» «Ну, поезжай, поезжай», — говорит седок, «а так вы знаешь, и до завтра не доедем». Извозчик вытягивает опять шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом он оглядывается на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, Иона останавливается, сгибается и опять не шевельнется. Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час другой. По тротуару, громко стуча калошами, перебраниваясь, проходят 3 молодых людей. 2 из них тонки и высоки, а 3 мал и горбат. «Извозчик, к полицейскому мосту!» — кричит горбач каким-то дребезжащим голосом. «Троих! 2-гривенный!» В знак согласия Иона дергает вожжи и чмокает губами. 2-гривенный — цена несходная, но ему не до цены. Что рубль, что пятак, ему теперь все равно, были бы только седоки. Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням, и все 3 сразу лезут на сиденье. Начинается долгий спор, кому сидеть, кому стоять. После долгой перебранки, капризничания, попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький. «Ну, погоняй», — говорит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионе. «Лупи! Ох, дай шапку ж у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти!» «Веселые господа! Какая есть!» «Ну ты какая есть! А ты что, всю дорогу так будешь есть? Ну,
вот ехать, то подгони ее, ну хорошенько, но, черт, но! И он слышит за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь Горбача и видит людей. И вот это чувство одиночества мало-помалу отлегает у него от груди. Длинный начинает какой-то разговор о Надежде Петровне. И он оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет: «А у меня того, сын на этой неделе помер». «Все помрем», — вздыхает Горбач. «Ну, погоняй, погоняй, господа, я не могу решительно дальше так ехать. Ну, куда же он нас довезет?» «А ты его подбодри легонечко в шею». «Ну, слышишь, старая холера, ведь шею накостыляю, а? Или что, тебе плевать на наши слова?» И он больше слышит, чем чувствует звуки подзатыльника. Смеется он, веселые господа, дай бог здоровья. «Извозчик, а ты женат?» – спрашивает Длинный. «И я-то, веселые господа, теперь у меня одна жена, сырая земля, могила, то есть. Сын-то вот помер, а я жив. Чудное дело, смерть дверью обозналась. Заместо того, чтобы ко мне идти, она к сыну, и он оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын. Но в это время Горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они, наконец, приехали. Получив двугривенный, и он долго смотрит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок. И опять наступает для него тишина. Утихшая ненадолго была тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим зад и вперед по улице. Да не найдется ли среди этих тысяч людей, ну хоть один, который бы выслушал его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски, тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы, и вылезь из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, а тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такой ничтожной скорлупе, что ее не найдешь днем с огнем. И он видит дворника с кульком и решает заговорить с ним. «Милый, который теперь час будет?» «10. Что ж ты стал здесь? Приезжай!» И он отъезжает несколько шагов, изгибается и отдается тоске. Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и 5 минут, как он выпрямляется и встряхивает головой, точно почувствовав острую боль. Ему не вмоготу. «Ко двору», — думает он, — «ко двору». И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Часа через полтора, и он уже сидит у большой грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе спираль и духота. Старик смотрит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой. «Ну вот и на овес не выездил», — думает он, — «вот от того-то и тоска. Человек, который понимающий свое дело, который сам сыт и лошадь его сыта, завсегда покоен». В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой. «Что, пить захотел?» «Ну, что, пить захотел?» – спрашивает Иона. «Стало быть, пить». «Так, на здоровье. А у меня, брат, сын на этой неделе в больнице помер. Слыхал? История». Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой уже укрылся с головой и спит. Старик вздыхает, чешется. Вот как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро уже неделя, как умер его сын, а он еще ни с кем не говорил путем. Нужно поговорить с толком, расстановкой. Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер. Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника.
Деревня стала дочка Анисия, и про нее можно поговорить. Да мало ли о чем он может поговорить. Слушатель должен вздыхать, охать, причитывать. А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, да ревут с двух слов. Пойти лошадь поглядеть, он думает. Спать ты всегда успеешь, небось выспишься. Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он обо всей сене, о погоде. Про сына, когда один, думать он не может. Поговорить о нем можно, но думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко. «Жуешь?» – спрашивает он лошадь, видя в темноте ее блестящие глаза. «Ну, жуй, жуй. На овес не выездили, так сено есть будем. Да, старый я стал ездить, сыну бы ездить, а не мне. То настоящий извозчик был, жить бы только». И он молчит некоторое время и продолжает. «Так-то, брат, кобылочка. Нет, Кузьма Иванович, приказал долго жить, взял да и помер зря. А вот теперь, скажем, для примера, вот у тебя же ребеночек, и это ты этому же ребеночку родная мать. И вот теперь, скажем, этот же ребеночек приказал долго жить. Ведь жалко». Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. И она увлекается и рассказывает ей все. Обоз весь день простоял у реки и тронулся в путь, когда садилось солнце. Опять Егорушка лежал на тюке, воз тихо скрипел и покачивался, в воздухе стрекотала степная музыка. Егорушка лежал на спине, заложив руки под голову, и глядел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала. Ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег. День прошел благополучно. Наступила тихая, благополучная ночь. Они могли спокойно сидеть у себя на небе. Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалась на землю мгла. Как засветились одна за другой звезды. Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на темное небо, то мысли и душа сливаются в сознании одиночества. Почему ты начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что раньше казалось близким, родным, кажется необычайно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи лет, само темное непонятное небо и мгла, равнодушные короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз, гнетут душу своим молчанием. Приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни кажется отчаянной, ужасной. Около полуночи подводчики и Егорушка сидели вокруг небольшого костра.
Пока разгорался бурьян, Вася с Кирюхой ходили за водой куда-то в балочку. Они скоро исчезли в потемках, но все время слышно было, как они там звякали ведрами, разговаривали. Значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном. Хоть и светила луна, но за светом костра все казалось непроницаемо черным. Вернувшись с водой, Вася с Кирюхой налили полный котел и укрепили его над огнем. Степка с зазубренной ложкой занял свое обычное место в дыму около котла и, задумчиво глядя на воду, стал дожидаться, когда покажется пена. За кашей все молчали и думали. Вдруг среди тишины Вася выпрямился и, устремив глаза, навострил уши. «Что такое?» – спросил его Дымов. «Человек какой-то идет», – сказал Вася. «А где ты его видишь?» «А вон оно, чуть-чуть белеется». Но там, куда глядел Вася, не видно было ничего, кроме потемок. Все прислушались. Шагов не было слышно. «Да по шляху он идет», – спросил Дымов. «Да не полем. Сюда идет». Прошла минута в молчании. Но вот послышали шаги. Кто-то торопливо шел. Стало слышно, как под ногами шедшего шуршала трава, потрескивал бурьян, но за светом костра ничего не было видно. Шаги раздались ближе. Кто-то кашлянул. Мигавший свет словно расступился, с глаз упала завеса, и подводчики вдруг увидали перед собой человека. Огонь ли так мелькнул, или от того, что всем хотелось прежде всего разглядеть лицо этого человека. Только странно так вышло, что при первом взгляде на него все прежде всего увидели не лицо, не одежду, а улыбку. Эта улыбка была необыкновенно добрая, широкая и мягкая, вот как у разбуженного ребенка. Одна из тех заразительных улыбок, на которую трудно тоже не ответить улыбкой. Незнакомец, когда уж его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивым собой, вообще ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукой, длинноногой. Как-то вообще все у него казалось длинным. И только шея была так коротка, что делала его немножко так сутуловатым. Одет он был в белую чистую рубаху, сшитым воротом, в белые шаровары и сапоги. Попав в световой круг, он остановился как вкопанный, и с полминуты глядел на подводчиков так, как будто хотел сказать: «Поглядите, какая у меня улыбка!» Потом шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал: «Хлеб-то соль, братцы!» «Милости просим», — отвечал за всех Пантелей. Незнакомец сел. Он казался сонным, томным, щурился от огня, улыбался и, по-видимому, думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть. «А ты ж кто сам?» – спросил его Дымов. Незнакомец не слышал вопроса. Он ничего не ответил, даже не взглянул на Дымова. Да, по-видимому, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что он жевал как-то лениво, машинально, поднося ко рту ложку то совсем полную, а то совсем пустую. Пьян он не был, но в голове у него бродило что-то шальное. «Ты кто, я тебя спрашиваю?» – повторил Дымов. «Я-то встрепенулся незнакомый. О, Господи, ты Константин Звонник. Из Ровного. Отсюда версты 4. Мы пасеку держим и свиней кормим». «А при отце живешь или сам?» «Нет, теперь сам живу. Отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женатый теперь. Нынче 18-й день, как обзаконился». «Это хорошо», — сказал Пантелей. «Жена — это ничего, это Бог благословил». «Ой, молодая баба дома спит, а он по степу шатается», — засмеялся Кирюха. «О, чудак!» Константин, точно его ущипнули за самое живое место, вспыхнул, затрепетал, засмеялся. «Да, Господи, нет уж ее дома», — сказал он, быстро вынимая ложку изо рта и оглядывая всех радостно, удивлен. «Нету! Поехала к матери на 2 дня. И вот она поехала, а я как не женатый». Константин махнул рукой и покрутил головой. Он хотел продолжать думать, но радость, которая светилась в лицо его, мешала ему. Он, точно было неудобно сидеть, принял другую позу, посмотрел на огонь и опять засмеялся.
Совестно было признаваться чужим людям в своих приятных мыслях, а в то же время неудержимо хотелось поделиться своей радостью. Поехала к матери на 2 дня. Завтра вернется. А тебе скучно? Спросил Дымов. Да, господи, а то как же? Без года неделю, как обженился, она уехала. Ух! Там бедовая, ну накажи ж мне, Бог. Там такая хорошая, это славная, умная, разумная. При ней голова ходором ходит. А вот без нее, ну, как потерял, что как дурак по степу хожу. Сама обеда хожу, хоть караул кричи. Константин протер глаза, посмотрел огонь и засмеялся. Любишь, значит, сказал Пантелей. Там такая хорошая, это славная, продолжал Константин, не слушая. Умная, разумная, хозяйка. Поехала к матери на 2 дня. А ведь скучает, скучает, я ж знаю сороку. А ведь какая история, почти крикнул Константин, опять меняя позу. Он же ж теперь и любит, и скучает, а не хотела ж за меня выходить. Да ты ж ешь, сказал Кирюха. Не хотела за меня выходить, продолжал Константин, не слушая. 3 года с ней бился. Увидал ее на ярмарке, у калачики. Полюбил до смерти. Вот хочешь на шибеницу полезай. Я у Ровном, она в Демидово, друг от дружки за 25 верст, и нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, она не хочет. Ох ты, сорок. Я уж и так, и этак, и меду полпуда, и пряников, и сережки не хочу. А ежели рассудить, какая ж я ей пара? Она ж молодая, да красивая, с порохом. А я ж старый, скоро 30 годов. Да и красивый очень, борода окладистая, гвоздем, лицо чистое, вон все в шишках. Ну где мне с ней равняться? Полюбил, братцы, и очумел. Не сплю, не ем. У голове мысли, и такой дурман, что не приведи, Господи. От хочу ее повидать, она ж у Демидова. Так что ж вы думаете, накажи мне, Бог не брешу. 3 раза у неделю пешком туда ходил, чтоб только на нее посмотреть. Дело бросил. Уже такое затмение нашло, что хотел у Демидова у работники наниматься, чтоб только к ней ближе. Замучился. Мать знахарку звала. Отец 10 раз быть принимался. 3 года промаялся и уж так порешил. Ну, будь ты 3 года, анафема, ну, значит, не судьба. Ну, что ж, пойду в город и в извозчики. На святой пошел я в Демидово посмотреть на нее в последний разочек. Тут вдруг Константин откинул голову и закатился таким мелким веселым смехом, как будто он только что очень хитро надул кого-то. А вижу, она у речки с порубками продолжала. Узяла меня зло. Отозвал я ее в сторону, и, может, с целый час ей разные слова полюбила. 3 года не любила, а вот за слова полюбила. А какие слова, спросил Дымов? Что? Слова ты не помню. Мне что вспомнишь, так как вода из желоба без передышки. А теперь ни одного слова не выговори. Ну и пошла за меня. Поехала теперь сорока к матери. Она поехала, а я вот так по степу не могу дома сидеть. Константин неуклюже выспалил из-под себя ноги, растянулся на траве и подпер голову кулаками. Потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек. Просто счастливый до тоски. Его глаза, улыбка, все движения выражали это томительное счастье. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся спокойно и, глядя на огонь, задумался. При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. А костер уже потухал. Красное пятно сузилось, потускнело. И чем быстрее погасал огонь, тем яснее становилась лунная ночь. Уже видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей. Дымов подпер щеку кулаком и затянул какую-то жалостливую песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голосом. Ну, попели они с полминуты и затихли. «Вставай, ребят», — сказал Пантелей, — «пора ехать». Пока запрягали лошадей, Константин ходил около вазов и все восхищался своей женой.
Ну, прощайте, братцы, крикнул он, когда уже обоз тронулся. Спасибо вам за хлеб, за соль, а я пойду на огонь, но нет уж моей мочи. И он скоро скрылся в потемках, но долго еще было слышно, как он шагал на огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье. «Что писать?» – спросил Егор и умакнул перо. Василиса не видела со своей дочерью уже 4 года. Дочь Ефимия после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала 2 письма и потом как в воду канула, ни слуху, ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью, и все думала в одном, как-то там Ефимия, жива ли. Надо бы послать письмо, но старик писать не умел, а попросить было некого. Но вот пришли святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который как пришел со службы, так все сидел у себя дома в трактире и ничего не делал. Про него говорили, что он может хорошо письма писать, ежели им заплатить как следует. Василиса поговорила в трактире сначала с кухаркой, потом с хозяйкой, потом уж с самим Егором. Сошлись на 5 алтынов. И теперь это происходило на 2-й день Рождества в трактире, в кухне. Егор сидел за столом и держал в руках перо. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. Вместе с нею пришел и Петр, ее старик, очень высокий, худой, с коричневой лысиной. Он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина, она шипела и фыркала, и как будто даже говорила «слю-слю-слю». Было душно. «Что писать?» – спросил опять Егор. «Чего?» – сказала Василиса и посмотрела на него сердито и подозрительно. «Не гони! Небось, не за даром пишешь, за деньги». «Ну, пиши любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной любимой нашей дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо». «Есть! Стреляй дальше!» «А еще поздравляем с праздником Рождества Христова. Мы живы и здоровы. Чего и вам желаем от Господа, Царя Небесного?» Василиса подумала и переглянулась со стариком. «Чего и вам желаем от Господа, Царя Небесного?» Повторила она и заплакала. Больше она ничего не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, так ей казалось, что всего не поместить и в 10 письмах. С того времени, как дочь с мужем уехали, утекло в море много воды. Старики жили, как сироты, и тяжко вздыхали по ночам, как будто похоронили дочь. А сколько за это время в деревне было всяких происшествий, сколько свадеб, смертей. Какие были длинные зимы, какие длинные ночи. «Жарко», — сказал Егор, расстегивая жилет. «Должно градусов 70 быть».
Ну что ж еще? Старики молчали. А чем там зять занимается, спросил Егор. Он не солдат, батюшка, тебе известно. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так вот он у доктора в швейцарах. Да вот тут написано, сказала Василиса, доставая из платочка письмо, от Ефимьи получи еще, Бог знает когда. Может, их уж и на свете нету. Егор подумал и начал быстро писать. В настоящее время писал он, как судьба ваша через себе определила на военное поприще, то мы советуем вам заглянуть в устав дисциплинарных взысканий и уголовных законов военного ведомства, и вы усмотрите в оном законе цивилизацию чинов военного ведомства. Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать о том, какая в прошлом году была нужда. Не хватило хлеба даже до святок. Пришлось продать корову. Надо бы попросить денег. Но надо написать, что царик часто похваривает и, должно быть, скоро отдаст Богу душу. Но как это выразить на словах? Что сказать раньше, что после? Обратите внимание, продолжал Егор писать в пятом томе военных постановлений. Солдат есть имя упшее, знаменитое. Солдатом называется первейший генерал и последний рядовой. Старик пошевелил губами и сказал тихо, внучат бы поглядеть, а ну б ничего. Каких внучат, сказала Василиса, посмотрела на него сердито, может их нету. Внучат-то, кто ж их знает, а может и есть. И поэтому вы можете судить, торопился Егор, какой враг есть иноземный и какой внутренний. Первейший наш внутренний враг есть Бахус. Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор торопился и прочитывал каждую строчку по несколько раз. Он сидел на табурете, широко раскинув ноги под столом, сытый. Здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире. И Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только смотрела на него сердито и подозрительно. От его голоса, от этих всех непонятных слов, от жара, духоты, у нее разболелась голова, запутались мысли, она уже ничего не думала, не говорила, а только ждала, когда он перестанет скрипеть. А у старика на лице было написано полное доверие. Он верил и старухе, которая привела его сюда, и Егору, и когда давеча упомянула о водолечебном заведении, так по лицу было видно, что он верил в заведение и в целебную силу воды. Кончив писать, Егор встал и прочел все письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой. «Ничего, гладко», — сказал он, — «ничего, дай Бог здоровья». Положили на стол 3 пятака и вышли из трактира. Старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, и на лице у него было написано полное доверие. А Василиса, когда выходили из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито: «Ой, язва!» Всю ночь старуха не спала. Тревожили ее мысли. А на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо. До станции было 11 верст. Водолечебница доктора Б.О. Мозельвейзера работала и на Новый год, так же, как в обыкновенные дни, и только на Швейцарии Андрея Хрисанфовича был мундир с новыми галунами, как-то особенно блестели сапоги, и всех пригодивших он поздравлял с Новым годом, с новым счастьем. Было утро. Андрей Хрисантович стоял у своей двери и читал газету.
Ровно в 10 часов вошел генерал, знакомый, один из обычных посетителей, а вслед за ним почтальон. Андрей Хрисантович снял с генерала шинели и сказал: «С Новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство!» «Спасибо, любезный, тебя также!» Идя вверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил. Он каждый день спрашивал и всякий раз потом забывал. «А в этой комнате что?» «Кабинет для массажа, ваше превосходительство!» Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисантович осмотрел полученную почту и нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк и, не спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая находилась тут же внизу, в конце коридора. Жена его, Ефимия, сидела на кровати и кормила ребенка. Другой ребенок, самый старший, стоял подле, положив кудрявую голову к ней на колени. Третий спал на кровати. Войдя к себе в комнату, Андрей подал жене письмо и сказал: «Должно из деревни». Потом он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре недалеко от своей двери. И ему было слышно, как Ефимия дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла. Для нее было довольно этих строк. Она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется. «Это от бабушки, от дедушки из деревни», — говорила она. «Царица небесная, святители угодники, там теперь снегу навалило под самые крыши. Деревья белые-белые. И ребятки на махоньких саночках, и дедушка лысенький на печке, и собачка желтенькая, голубчики мои родные». Слушая это, Андрей Хрисантович вспомнил, что раза три или четыре жена давала ему письма. Просила послать в деревню, намешали какие-то важные дела, он не послал, письма где-то завалялись. «А в поле зайчики бегают», — причитывала Ефимия, целуя своего мальчика и заливаясь слезами. «Дедушка добрый, тихий, бабушка тоже добрая, жалостливая. В деревне душевно живут, Бога боятся. И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. Унесла б нас отсюда царица небесная, заступница матушка». Андрей Хрисанович вошел к себе в комнату, чтобы покурить, пока кто не пришел. Ефимия замолкла, притихла, вытерла глаза, и только губы у нее дрожали. Она его очень боялась. Ах, как боялась! Приходила в трепет от его шагов, от его взгляда, не смела при нем вымолвить ни одного слова. Андрей Хрисанович закурил папиросу, но в это время сверху позвонили. Он потушил папиросу и побежал к своей двери. Сверху спускался генерал, свежий, розовый от ванны. «А в этой комнате что?» – спросил он, указывая на дверь. Андрей Хрисанович выпрямился, руки по швам, и сказал громко: «Душарко, ваше превосходительство!»